массу высокой творческой активности, победившему в номинации «Лучшие среди рам». 5-й Э-класс. Сертификат получается классу высокой творческой активности, победившему в номинации «Лучшие среди рам» 8-й А-класс. Лучшие среди рам 9-й Б-класс. Лучшие среди равных. 3-й К-класс. Лучшие среди равных. 2-й и 3-й класс. Лучшие из лучших. Улыбка мэра 3-й степени. 2-й А-класс. Лучшие из лучших. Улыбка мэра 3-й степени. 10-й А-класс. Лучшие из лучших. Улыбка мэра 2-й степени. 5-й В-класс. Улыбка мэра 2-й степени. 6-й А-класс. Улыбка мэра 1-й степени, 10-й Б-класс. Улыбка мэра 1-й степени, 4-й Б-класс. Интрига нашего сегодняшнего дня. Итак, лучший из лучших из 38 классов в старшем звене становится 5-й А-класс. В начальном звене 2-й Б-класс. Пожалуйста, Влад, по центру. Вручить сертификат мэру нашего города Мечтановск. 11-классников, который в этом году покидает свой пост. Он 3 года отработал на совесть на своем посту, поэтому поддерживаем его дружными. Вот
Награждается лучшие спортсмены школы. На награждение приглашается учитель физической культуры Михаил Олегович Казаков. Паутов Сергей. Thank you.
благодарности родителям предоставляется директору школы Ирине Евгеньевне Злобиной. Дорогие ребята, я хочу сказать сегодня огромное спасибо вашим родителям, нашим первым помощникам, которые вместе со школой идут прямо к успеху лично вас и, конечно же, школы. Я даже хочется поблагодарить их сегодня.